Сейчас находимся в Авдеевке на великолепной встрече в честь праздника Хэллоуин, который придуманный не нами, но очень он веселый, и поэтому байкеры собираются вот такие вот костюмчики. А кто это у нас? Здесь все присутствуют, и Халк, и даже и ведьма, даже и вампиры есть. Плюньте, пожалуйста, у меня ус отклеился. Спасибо. О, а это кто у нас? О, а это Жорик, он в образе? Да. Жор, а ну сними маску, Жорик. Ты кто под маской? Жорик, скажи пару слов, Жорик. Что? Вау! Еще пару слов. А ну, поставьте что-нибудь сказать. Ну, еще пару слов. Ой. Жорику не нравится интервью. Тебе не нравится ничего, да? Окей, ничего. Ну, пойдем посмотрим, кто у нас еще здесь есть. Привет, Торецк. Привет, Авдеевка. Так, кто это у нас тут? Кто есть кто? Да. Ну, вот, ведьмочка, да, смотрю. А вы в каком образе? Я в образе. Черная вдова. Она просто в образе. Я просто в образе, я всегда в образе. Ну, не говорили, да, что с образа не выходите. То есть так и есть, да? Она подожди такая. У вас кровь здесь побежала. А что, колы будем уезжать? Я что тебе сейчас говорю? Чтоб не дополнительно. Кого зачем опоздавших? Жрать охота. А ты что сам сегодня? Дома. Дома? По хозяйству? Да. Не любит мокрую погоду. Сейчас хочется... Никто так и не догадался, кто он. Кто он? Кто это? А кто ты? Маска, а кто ты? Маска, кто ты? Они догадались, что ты из Торецка только, да? А так инкогнито, человек инкогнито. Ну, прошу представить, мах и чародей, Дэвид Копперфилд может приехать внезапно. Ну, проверяйте деньги в карманах и прочие вещи, да. У нас больше нет. А ну покажи столько. Вот видишь, сколько у тебя? Останется у тебя. Половина не ходят. Половина не ходят. А вторая половина уйдет из кармана. Не видел, ну-ка покажи. Вау. Маша, что это такое? А где твой свадебный костюм? Ну, мы его оставили дома. Мне серьезно, это свадебное мое платье. Ну, покрасила. Не покрасила, такое же было. Да? Черное с красным. Вот, полностью такое. Еще были перчатки и нормальная прическа. Первую страницу у меня там свадебная. Вполне серьезно. Я верю, верю. Это мы постоянно убрали. Маска, признайтесь, так кто же вы на самом деле? Кто этот герой из города Торецка? Как тебя зовут? Зорро. Зорро. Да, мы будем тут. У вас из коньякового кофейки есть? Пусть котлет, знаете. Покажи, алло, как женщинам, так и к змеям. Очень осталось. Ой, такую животинку ты еще никогда не попробовал. Ну я уже у Жорика брал интервью, он уже кусь-кусь микрофон. А его как его? Она это ли он? Оскар поговори с нами. А такие не кусают. Они совсем-совсем не ядовитые. Сейчас мы его перевернем. Ты его ночью по городу пускаешь. По квартире лазит. Подкормиться, в смысле? Пошел в туалет, а он вылез с унитаза. Да, так вот, привет, соседи, да? В Америке одна женщина держала дома удава маленького, но он перестал есть. Ну, обратился к врачу, к ветеринару, она обратилась. А он объяснил, что питоны, удавы, перед тем, как хотят свою жертву сожрать, они долго голодают. Вот. И, короче говоря, если бы она вовремя не спохватилась к доктору, к ветеринару, он бы хозяйку свою зажрал, да и все. Да, он готовил. Да. А он гипнотизировать умеет? Конечно, смотри, он тебя уже гипнотизирует. Ты его на Дашины глаза только посмотри. Какую-нибудь зверюшку заведу. Ну, из нас рыбаки, есть, знаете, какой червяк на рыбалку? Так что, на рыбалку сразу едем. Пока ты его срывал, он карманы проверил. Идем, друзья, на регистрацию. Жорик, ты зарегистрировался? Как дела? Какой образ? Образ змеюшки. Это крик. Это настоящий крик. Вася Крейвина. Сезон закрыли, он контролировать же надо. Сезон закрыли, никуда. Будем перезакрывать сезон, нет? Раз Мир сказала закрыли, значит закрыли. Все, хорош кататься. Я у тебя больше не буду брать интервью. Ты замерз, наверное. Как ощущение? Ожили. Ожила, блин. Не, ну как, холодная, да, кожа? Замерз уже, бедный. Он уже замерз. Был тепленький, сейчас замерз. Да, открываем. Ваша задача. Открываем туалетную бумагу. Партнера, то бишь мужчину, сделать мумию так, чтобы он вообще был идеальная мумия. Дальше на время. А время сколько? До вечера. До вечера. Марш! Вы теперь мумиё. Как вам, удобно? Обалдеть! Как вы думаете, кто из них лучшая мумия? А по-моему одинаково. По-моему одинаково. Если не вы с них штаны снимите, там еще бумага есть. Победила дружба. А теперь бумага поджигает. Приз! Что скажешь, победитель? Ну круто, скажи вот так, вот так. Вот, здорово, молодец. И подписали? Конечно! Сейчас, ладно, сразу дам за пазуху, куда угодно, а потом мы вас катаем. Со шлема. Вот именно, все наперекосяк. Сегодня можно. Ребята, первый штатик. Да, пошли, стоять. Подойдет к куклета, я на тебе сделаю, скажешь от меня. Пошли, у меня руки. О! Это что, Авдеевка? Все, больше я ничего не понял. Больше я ничего не ждешь, дорогой. Да, всякие кинь. Вот это... Встретим. Да ты натернул! Какая разница? Твое, а? Это рукер. Я помог. Да рокер, жокер, какая разница? Жокер! Какой рокер? Жокер! Это не мое. Вот это. Да, выбираем. Это не выбирают, это не дадим, ты не наш. Так. Это официально. Ну, давай. Забирай. Держи. Держи. А, подожди, кому я вот этого не дал? Тебе? А нафиг она тянут. Согласен. Все, а это все. Ребятки, поздравляю. Спасибо. Сейчас вас прокатим по асфальту голой жопой. Зазор держи. Зазор, помнишь? Не стесняйся, что там? Шаша была. Ура! Дашика, привет! Дашика, как ощущение? Саня! Ему нехорошо! Саня, я тебя люблю! Такого перед стартом! Поехали, блядь! Красавчик, как ощущение? Бомба, да? Да, котик бы поменьше, вообще песня. Что скажете перед стартом? Крови хочется и водки, а мы полетели. Не дурак! Далее не держи лучше. Да, вот так. Давай! Давай еще! Пару слов перед полетом в космос. Как чувствуешь себя, как космонавт? Отлично, все, класс, летим, летим! Искра вперед! Да! Давай погнали! Это как полет прошел? Отлично, на все 100, блин. Желающие есть. Скажите, вам каска надо будет или нет? Да не, мы отморожены на все. А ты отморожены или наполовину? Давай ты сядешь или я, он же не потянет, он загнул. Ну что, поехали! Поехали! Как ощущение? Да, блин, шикарное просто. Попробуйте сами. Да, можно было бы со второй передачи тронуться, было бы веселее, конечно, но страшно. Ай, не передумал еще? Ветерко. Нормально. А ты, я вижу, не угомонишься? Надо мотаться. Поехали! Нет, его! Ну ты видишь! номера есть на транспортное средство? А оно оформлено? А оно зарегистрировано? А мне все, я делаю вот так вот, и мне все равно. Да, вот такие ведьмы у нас ходят. Готовьтесь к нашим крутейшим лайфхакам для Хэллоуина. Быстро. Берется это раз, это два, вот так, три, все. И людям приятно, вам. Это рецепт как называется? Ну, я не придумал, но это придумал. Быстрое приготовление красной икры по-авдеевски, да, наверное? Да, по-авдеевски, это точно. Это же они сами ловили это вот в этом карьере рыбу. И корочку от икорочки отделяли, пленочка от пленочки. Точно икра, это не глазки какие-то? Не. Мелкая икра. 4 штуки уже есть. Это значит, проходчик взял в свои руки ложку. Нет, мастер. Если что, мастер-шеф могу дать. Хорошо. Принято. Четко. Халк! Супер Халк! Здесь Дракула! Дракула! Есть скелет! Скелет! Есть Петрович! Есть Ганнибал! Ганнибал! Инкогнито! Инкогнито! Ты кто? Маска, ты кто? Это, короче, и есть маска, ты кто?